Дутики, любимые дутики. Целых 4 цвета на выбор. Но такие они у нас все яркие, такие они у нас жизнерадостные, я бы даже сказала. Есть у нас синий цвет, вот посмотрите. Ну, на самом деле, они все у нас белые, вот только ориентируемся по окантовкам здесь у нас. Есть у нас зеленый вот такой вот цвет. Есть у нас цвет, который называется лимон. Но я бы сказала, больше на лайм, конечно, похож, но пусть будет лимон в заказе, хорошо. Так. И есть у нас еще и розовый цвет, уж совсем такой девичий вариант. Так, розовенький цвет. По окантовочке ориентируемся, насколько я поняла. Да. И мой вам совет, заказывайте прямо сейчас, а то и наши дутики от вас убегут, как убежали зимние сапожки. Цена очень достойная, все-таки дутики нас всегда спасали и будут спасать. Правда? Вот давай расскажем, почему наши телезрители, да и мы с тобой тоже так обожаем дутики. Ну, дутики вообще, на самом деле, с момента появления в нашей жизни, вот я помню, в детстве у меня были розовые такие яркие, они прочно завоевали свое место. Ну, во-первых, они легкие. Легкие. Во-вторых, да. Они красивые. Особенно наши дутики. Еще и вот с такими снежинками и с лаковой эко-кожей. То есть это не текстиль, посмотрите, а эко-кожа вот такая вот с выделкой под лак. Это ну, хорошо. И, конечно же, дутики – это один из самых теплых вариантов. Посмотрите, у нас здесь внутри, во-первых, эко-мех. Угу. Во-вторых, еще в самих дутиках, вот тут еще и синтепон. То есть мы получаем двойное утепление для наших ножек. Прекрасно, если ножки замерзают, если мы продолжаем танцевать на остановках в ожидании транспорта, ваше спасение – это теплая сказка. Действительно, сказочное приобретение дутики. Очень милые, очень теплые, гостеприимные. Гостеприимные я имею в виду для нашей ножки. Да, ну и, кстати, еще и заботящиеся о ее безопасности. Смотрю, все-таки это действительно абсолютно зимняя обувь, и нам здесь, конечно, хочется еще и твердо стоять на ногах, что называется. Поэтому здесь у нас рифленая подошва, угу. Которая позволит нам как раз держать баланс, что называется. Все, дисбалансировки не будет на дороге, не падать тоже не будем, крепко стоим на ногах. Леночка, скажи, пожалуйста, вот бывает еще такое, что наступили в слякотную массу, ну, угу. Типа лужи, наверное, да. Зимой тоже такое случается, и промокли ножки, бежим домой, переодеваемся, потому что это самое страшное. Знаешь, замерзнуть именно зимой, когда ноги промокли. Конечно, да, согласна с тобой. Но ты знаешь, Оль, вот чем хороши наши дутики, тем, что действительно выполнены они не из текстиля, а из эко-кожи, причем лаковой. То есть они не промокают. Ну, плюс подошва еще, посмотри, какая высокая у нас здесь, широкая. Соответственно, мы с вами защищены. Я тебе больше скажу, здесь еще есть такой кант, прорезиненный. Вот смотри, вот эта яркая полоса синяя, которая на дутиках, это на самом деле не продолжение подошвы, а это как раз вот наша защита ножек от промокания. Видишь, это такая вот резиновая у нас кантик, который соединяет основной наш сапожок с подошвой. То есть он наслаивается сверху. Да, да, и закрывает как раз вот этот вот стык, за счет этого ножки не промокают. Здорово, как все гениально и просто, да? Это предложение для тех, кто хочет, чтобы ножки всегда были в тепле. Для тех, кто хочет не болеть в зимний период. Ведь все-таки мама мне всегда говорила, ноги и голова всегда должны быть теплее, тогда и болеть мы не будем. А у нас размеры от 37 до 41, поэтому вы можете заказать и для дочери маленький размер. У меня, кстати, у сына уже 37-38, 10 лет только. Ну, кстати, да, можно действительно заказывать и дочке, и сестре, и маме. Только рекомендую вам заказывать на размерчик побольше. Эти сапожки немножечко, они мало мерят. Вот, друзья, ну и минус 30 градусов, вы только представьте, дутики выдерживают такой накал страстей на улице. Кстати, у нас ажиотаж на нашей линии, многие заказывают сразу по 2-3 пары, видимо, хотят согреться целым семейством. Очень правильно поступают, тем более, что, конечно же, зима, это еще и время прогулок, прогулок в лес, прогулок с детьми, да в конце концов, просто вот даже, Оль, ну не дашь соврать, отвезти ребенка в школу, дождаться его с какой-то секции. Это же достаточно долго, это же нужно стоять, нужно, чтобы ножки у нас были в тепле. Поэтому дутики в этом смысле универсальный и уникальный вариант. Абсолютно с тобой согласна. На каблуках мы находились. Боже мой, особенно зимой их уж точно не хочется видеть. Ты знаешь, главное быстренько их надеть и комфортно в них себя ощущать. Меня еще интересует вот подъем. Понимаешь, вот иногда бывает такая зимняя обувь, где подъем очень дискомфортен.
Ну, здесь, вот, ты знаешь, дутики все-таки чем хороши? Это действительно обувь удобная со всех сторон. А вы сейчас любуетесь еще раз на все наши четыре цвета. Вот это, кстати, лимон. А есть у нас еще розовый, зеленый и синий цвета. Ну, и что касается подъема, конечно же, дутики это, по сути, ну, валеночки наши такие. Поэтому он здесь увеличенный, плюс липучка, которая позволит подстроить еще и по ножке дутики. Так, записываем код 001-817-249, либо название «Теплая сказка». Нам нужно с Лерочкой бежать дальше по нашему теплому эфиру.